Марса, если такое же событие еще будет повториться, чтобы это 80 семян должен возвращаться и снова должен восстановить город. И, но позуперсидский господ во время римляне тоже это событие повторяется. Брютус, когда города окружают, и второй раз то же самое происходит в этом городе, и когда ликийцы проигрывают, когда римляне переходят уже в городе все дети и женщины из акрополь города себе выбрасывают, чтобы плена римлянам не попасть. И поэтому по психологии, когда массово люди самоубийством покончили, это от город Ксантуса, называется Сантомания. Называется, это название переходит именно от этого события. И про ликийские цивилизации у нас первая информация идет от хеттских государств. Обычно полина 6 больших потрясений.
А вообще это 6 километров вот это солнце можем, да, привозить? Да-да. Ступеньки. 6 километров длина и 188 метров. Получается, высоты этого. Ой, красиво. И до, это маленькая горбушка. Здесь получается до от начала до этого песка. Города мы разделяемся из двух частей. Сейчас купаться будем здесь. Стиль, потому что до этого песка в основном только одноэтажное здание. А в римский период, и поздно римского периода высоты уже меняются. В основном здесь мы увидим большинство руин, но то, что здесь архитектурный стиль, дома, на той береге, где крепости, на той стороне, когда мы будем попрыть, такое же здание, каменные дома, один в один архитектурный стиль, где сегодняшние дни жизнь еще продолжается. И древний город Кикула. Это район вот из трех древних городов. Первый город не поменялся. Традиция, можно сказать, это природа кроме этого другое условие не позволяет. Да, сада, каменные дома, двухэтажный, в основном нижний этаж, сегодняшний день как пансионат Божий, но нижний этаж раньше был как склад. И внутри крепостная стена находится в мире самый маленький Ленский театр, античный театр. Любой древний город, сколько зрителей в театрах помещается, нам дает приблизительно население города. Пять раз больше, приблизительно можем знать города, сколько населения было. Внутри театра это античный театр. Вот мы едем обратно после экскурсии по морю. Купались в бухте, но очень-очень она такая холодная. Я в нее только окунулась, сразу вылезла. Море голубое, чистое, даже синее. Некоторые даже доплывали до берега. Того. Прекрасная погода, морской бриз, свежесть, солнышко печет, тепло. Вот сижу, загораю. Красота вообще. Такая природа, камни вокруг, деревья, нет ни песчинки. Ну вот территория отеля. Все горит огнями, все очень красиво. Супер-пупер. Сейчас на термальный источник схожу, чтобы заснять. Все круто. А термальный источник, термальный, плавать. Creo que por ahí adentro estaba. ¿В tu сторону?
Por esa puerta de acá. Ah, вот так, да? Sí. Acá, все. Sí, por ahí. Por ahí y ага. Para acá abajo. Ага, и туда, да? Ага, все, спасибо. Вот иду на источник. Здесь территория огромная. Можно запутаться, в какую сторону идти. Источник железа в воде, очень много железа, и вода такая терпкая на ощущения. Народу сегодня было здесь очень много, а сейчас уже никого нет, потому что уже вечер, все разбрелись спать. Вот такой вот источник. Горячая вода, 42 градуса. Но приятное телу, быстро привыкаешь. А там фонтан. Там температура около 60 градусов. Ну там тоже люди плавают. Привыкают, плавают. Вода лечебная, лечит сосуды, всякие различные заболевания суставов. Это вот при отеле сразу такой источник, спа процедуры. После него здесь делают заплату массаж, пилинг. После того, как отмокнешь в этой воде. Информацию мы получаем именно от саркофага. И до сегодняшнего дня много находки не сохранилось, потому что город мертвый, всегда начало города. Торговцы, которые посещаются в городе, люди, когда приходят, они сначала переходят через город мертвый. И получается, в данный момент, как мы проходим, мы центральный вход города идем. И проходим сначала некрополь. Некрополь или некрополис, это получается некро мертвый означает. Но саркофаг, саркофаги, это мясоед означает. И тогда мощь они бальзамируют, когда кладет на саркофагах, сантиметр 4-5 получается. Это окрестности чего? Театра. А это Лиза, с которой мы рядом путешествуем. Друг друга снимаем. Удачи тебе, Лиза. Сейчас мы пообедаем, а потом разъедемся разным. Да. Что? Можем обменяться данными, ну, чтобы в дальнейшем как-нибудь общаться. Я в одноклассниках уже, знаешь, Новикова Тамара. А, ну все. У меня там есть Новикова Тамара. Барнаул, да? Новикова Тамара, Барнаул. Ага. Ты же записываешь? Да, записываю. Я сказала. Потом буду говорить, откуда же Тамара? Раз, там Барнаул. Ой, вообще хорошо тут. Красиво. Обедать, да? А я думала, уж по отелям будут развозить. А время сколько? Не-а. Ну, где-то час, может быть. Вот так вот. Раньше, думаешь? Вот так вот красиво здесь.